Говорит Баку. Данжир Бачи. У вас нет журнала садоводства. Опять опоздал, Ибадов. Нет, простите, не опоздал. Даже на 2 минуты раньше пришел. Ах, сегодня, значит, не опоздал. Но смотрите, когда-нибудь у меня терпение лопнет. Ибадов. Опять опоздали. Нет, на 2 минуты раньше пришел. Полагается на расстоянии. Почему-то у меня после вчерашней процедуры почему-то участилось сердцебиение, и как-то я... Простите, я не врач, я санитар. По всем вопросам обращайся к врачу. Mm-hmm. Mm-hmm.
Яшар Мамедович, может от вас звонить? Срочно очень. Иди звони. Спасибо. Алло, это Академия наук? Академик Аказия, можно к телефону? Это Ибадов спрашивает. Да, 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 автор нового вида кактуса. А? Как его нет там? Тогда передайте, пожалуйста, что звонил Ибадов. Да, 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 интересовался насчет нового вида кактуса, был выдвинут мною. Да, да, да. Будьте здоровы, будьте здоровы. Спасибо, Мамед Яшарович. Яшар Мамедович. Havalar gider, kız seven oğlan kovalar gider. У вас нет журнала садоводства? Нет. Медленно взяли вдох, а потом выдох. Дышите спокойно, на всех хватит. Вот так. Закройте глаза. Представьте себе, что вы находитесь на берегу синего моря. Море спокойное, море синее. И ярко светит солнце. Доктор, вы знаете, почему-то после этой процедуры у меня очень разболелись все суставы. И тик появился в виске. К чему бы это, а? Я не доктор, я лаборант. Закройте глаза, закройте. Спокойно, спокойно, спокойно. Море, синее море, вы молоды, молоды. Молоды, спокойно, спокойно, вы молоды. Яшар Мамедович, можно от вас позвонить? Иди звони.
Алло, Академия наук? Это Академик Казев говорит? Здравствуйте, здравствуйте. Это Ебанов беспокоит. Ага. Да, ну как? Уже дали зеленую дорогу? Ага. Значит, мой бит как-то принят, а? Спасибо, спасибо. Заходите. Правда, я занят, но буду рад. Заходите. Целую. Целую. Спасибо. Дали зеленую дорогу. Поздравляю вас. Спасибо. Не советую. Пожалуйста. Зачем? Все равно уже вымокло. Угу. Если желаете, можете ко мне зайти. Обсохните. Спасибо. Ну, неудобно как-то. Почему? Ну, как почему? Мы же не знаем друг друга. Совсем не знаком, понимаете? А вдруг я пойду к вам, и окажется, что вы жулик. И еще что похуже. Нет, нет, я не жулик. Я лаборант. Работаю в зоне здоровья в городском парке. Пожалуйста. А дома ничего не скажут? Я один живу. Совсем один. Тебе выпить нужно. Коньяк есть? Нет, у меня шампанский есть. У нее газы. Тебе не газы нужны, а градусы. Ага. Пожалуйста. Зима уже, а ты никак с летом не распрощаешься. Мне его недавно подарили. Главное, красивый, правда? Угу. А это кто? Это просто. У вас платье мокрое. Угу. Как бы вы не простыли. Да, конечно. А тут у меня ванна, если хотите. Можно вас? Я вас слышу. У вас не найдется халатика какого-нибудь? Сейчас, сию минуточку.
Вот халат. Спасибо. Больше ничего не нашел. А вот и я. Кажется, к нам придет мужчина. А я никого не пущу. Если хлеба мало, я могу соседей взять. Я не ем много, особенно на ночь. Ну что, тебе руки вареные, что ли? На этот раз женщина придет. Никого не пущу. Давай за знакомство. Ну, чего ты улыбаешься? Ну, так. Когда ты улыбаешься, у тебя уши шевелятся. Обиделся, дурачок. Да я же просто так. Да я же первый раз вижу, как уши могут шевелиться. Ну, ладно. Уши так уши. Давайте выпьем за вас. Давай. Будьте счастливы. Спасибо. Ты что так давишься? Не идет? Вообще-то я никогда не пил спиртного. Только тогда, когда было юбилей нашей поликлиники. И мне тогда было очень плохо. Даже вечер не запомнился. До сих пор жалею, что выпил тогда. Почему? Да ведь праздник. А у меня в жизни так мало праздника было. Хотите, вам кактус покажу, а? Ну, чего я в нем не видала? Да. Это обычный вид гигантского кактуса. Я его вырастил тут, на квартире. В нем особенного ничего нет. Это просто так я говорю. А почему говоришь? Знаешь, иногда ты хочешь, чтобы тебя уважали. Ни за что. Ни за какие заслуги. Просто как человека. Да, я хочу прославиться. Иногда так размечтаешься, что потом сам веришь, что-то открыл, что-то забрел, что-то вырастил. Обычный мужской характер. Ты не пей больше, ладно? И директор голову дурю, чтобы он меня уважал. Уважал как человека. Ни за какие заслуги, ни за что. Такие, как он, просто так людей не уважают. Обязательно за что-то. Вот канарейка. А этого, наверное, узнала. Соловей. Зачем это? Люблю. Сигарет у тебя не найдется? Нет, простите, не курю. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Смеешься над нафталинными шутками, будто первый раз слышишь. А я в самом деле. Выключи свет, я спать хочу. Чего тебе надо? Ничего.
Я просто хотел сказать, что я очень рад. Я счастлив. Я просто счастлив, что встретил вас. И вы здесь. Это просто судьба. И я хочу, чтобы и в дальнейшем всегда были рядом. Ну, как друзья, как братья. Сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи не видать. Я не дрожу, едва завижу я. Боксерский ринг с его канатами. Вновь молодею, я, мои друзья. Когда работаю с ребятами, боксерский ринг едва завижу я. Вновь молодею, я, мои друзья. Горит огнем душа моя, при подпадению я.